Объединение авиакомпаний «Якутия» и «Полярной авиалинии» завершится в течение 2017 года. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил глава республики Егор Борисов. Напомним, указ об организации единого авиационного холдинга был подписан в этом году, но идея его создания обсуждалась с 2010-го. Как сообщила генеральный директор авиакомпании «Якутии» Ольга Федорова, на сегодняшний день завершены практически все необходимые процедуры для слияния. Получено разрешение от антимонопольной службы, проведена оценка акций двух компаний. При этом Федорова подчеркнула, что создание холдинга не отразится на сотрудниках «Якутии» и «Полярных авиалиний». Нашим расчетам, которые мы делали на сегодня, вот при объединении, мы считаем, что у нас особого сокращения летного состава не произойдет. То есть в любом случае летный состав востребован. Позиция моя как генерального директора авиакомпании «Якутия» — это в любом случае, чтобы как можно больше пилотов были родом из республики Саха-Якутия. То есть тогда можно сказать, что эти люди, они любят эту землю, они любят это небо, и они однозначно будут работать на благо Якутии.